Мечтатель утратил веру в Сантеру и собирается казнить ее. Найдем ее первыми и предложим альтернативу. Поехали. Я тут, погнали. Ему крышка. Черт, это повешенные повстанцы. Изверги поганые. Стой! Должно быть, пуля пролетела рядом. Он понял, что дело плохо. Давайте без шума, эти банды почуяли. Лейтенант убегает. Thank you.
Держите! Граната! Тут медаль картеля. Какой-нибудь бандит будет по ней скучать. Тут подтянулась еще куча уродов. Похоже, мы их рассердили. Вертушка единства. Тихо. Вертушка, ложись. Вижу цель. Вот она. Мы с таким трудом устроили ее сюда, что и не хочется спасать. Воистину. Отпустите меня, грязные еретики. Или я призову гнев святой смерти на ваши головы. Мы попросили покрыть вас. Вас краснеет от вашей крови и крови ваших родных. Это чертовски невежливо. Алла, Янки, вот ваша вертушка. Por favor! Por favor! ¿Qué? ¿Qué? No me la... Все ко мне. Вас понял. Тут полно всяких лампочек и тумблеров. Думаете, оружие дает власть над смертью? Но никто не властен над святой смертью. Смерть не имеет над ним власти. Что? Что ты несешь, идиот? Отпустите меня, идиоты! Я сильнее вас! У меня есть волшебство! Вы такого и не видели! Мы хотим спасти тебя. Святая смерть сметет тебя и весь твой род с лица земли! О своих уродах волнуйся. Святая смерть оставила тебя. Вера заменяет разум. Вы слепцы! Со временем вы уверуете, вы все поймете, но будет поздно! Черт возьми! Мы опоздали! Черт возьми! Мы опоздали! Святейшая смерть, оплот мой. Скала моя, спасительница. Молю, услышь меня. Укрой меня от бури. И обрушь гнев твой на моих врагов. Мы видели твой гнев, Сантера. Если честно, не впечатляет. Я не делала зла. Святая смерть, мой светоч и мой путь. Служить ей не преступление. Нет, зато вербовка в преступную организацию точно незаконна. Судить об этом Богу и святой смерти. В другой жизни, не в этой. Хочешь снисхождение? Что ты знаешь о мечтателе? Я не Иуда. Не надейся, я не предам брата мечтателя. Знаете, таким людям, как вы, в тюрьме приходится нелегко. Вашу жизнь превратят в ад.
С моей верой я выживу и в аду. Хм. Посмотрим, какова ваша вера. Вы еще не видели моего ада. Намат, браво за Эспириту Санто. А бандитам тоже понравилось? Вопят и ругаются. Из перехваченного трёпа центра узнал, что люди картеля совсем пали духом. Не давайте им очухаться. Конец связи. Слушай, давай мы будем ехать ровно, а?
достать и передать повстанцам. Буман, мы прибыли в Агуа-Верде. Добро пожаловать в Наркорай. В Агуа-Верде был национальный парк. Но Санта-Бланка превратил его в центр роскошного досуга. Заправляет всем некий Корсита. Он привозит сюда политиков, судей и бизнесменов для отдыха и разврата за счет картеля. Наша роль? Нам нужно знать, с кем мечтатель заключает сделки. У Корситы должен быть список. Доберись до Корситы и узнаешь имена. Ясно. Разберемся. Груз на месте. Повстанцы могут прийти и забрать. Надеюсь, они найдут этому хорошее применение. Не хочется думать, что мы прошли через все это зря. Боумен прислала кое-что на Корситу. Благодаря вам повстанцы стали сильнее и превратились в настоящую армию. Теперь ничто не помешает нам победить картель. Отлично, давай этим займемся. Боливия восстанет, Кумпа. Моя страна избавится от всех иноземных захватчиков, и наши земли, наконец, будут принадлежать народу. Отправляемся. Здесь рядом гражданский. Смотри, куда стреляешь. Замечен главарь бандитов. Выглядит бойким. Годится для распускания слухов. Ясно, вижу, сейчас цель. Иду на позицию. Вокруг много местных. Готовы? Огонь, огонь, огонь! Назад! Проклятие. Мудак понял, что не убил. А жмура не запугаешь. Знаем, где находится помощник Корситы. Боумен считает, что если его устранить, Корсита вернется. Вперед. Поставим маячок, чтобы повстанцы подобрали потом эти припасы. Я за штурвал. Снайпер на вышке. Огонь. Готов. Теперь все чисто. Лейтенант убегает. Ни следа врага. Есть инфа по вертушке снабженцев. Угоним ее и отдадим повстанцам.
нас все чисто. Стоп, тут оружейный ящик. Круто, это мне пригодится. Знаем, где находится казино картеля. Устроим там заварушку и посмотрим, как скоро примчится Корсита. Корсита, конечно, босс, но курортом заправляет его помощник. Уберите его, и Корсите придется несладко. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Боумен, мы на месте. Как можно узнать помощника Корситы? Мы ничего точно не знаем. У вас есть парочка жучков. Установите жучки в помещениях, где болтается много гостей. Кто-нибудь наведет нас на помощника. Я вызову вас, когда что-нибудь услышу. Если вас заметят, от жучков толку не будет. Не высовываться. Ставьте жучки и бегом прочь. Оставайтесь в тени. Он готов. Эй, лейтенант картеля, возле входа в здание. Заметил еще одну цель. Появился один с пистолетами и пулеметами. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Порядок, чисто. Здесь противник. Тут у меня боевик с ПП. У входа в здание. Боумен, мы на месте. К
Как можно узнать помощника Корситы? Мы ничего точно не знаем. У вас есть парочка жучков. Установите жучки в помещениях, где болтается много гостей. Кто-нибудь наведет нас на помощника. Я вызову вас, когда что-нибудь услышу. Если вас заметят, от жучков толку не будет. Не высовываться. Ставьте жучки и бегом прочь. Оставайтесь в тени. Жучки поставлены. Они соберут достаточно, чтобы Боуман узнала, где находится помощник Корситы. А теперь линяем отсюда нахрен. Вижу капитана. Ладно, все в норме. Спасибо. Не тратьте на него время, просто убейте и все. Вас понял, конец связи. Мы просили повстанцев прислать транспорт. Слушай, а давай мы будем ехать ровно, а? Два бойца картеля. Стой, они тебя заметят. Расслабьтесь, мы еще живы. Вижу снайпера. Мы растревожили осиное гнездо. Вижу помощника Корситы. Их лейтенант убегает. Открыть огонь! Ясно. Атакую!
Помощник готов, повторяю, помощник готов. Очень скоро Кар-Сити придется лично заняться своим бизнесом. Смотрите, оружейный ящик. Как раз то, что нужно. Минус один. Я за рулем. Готово. Огонь.